Всем привет! Начал новый сезон. Вот сайт у нас такой трактор взял. Сенаж помотать. Начали мотать, он скосил огород. Здесь уже у нас на поле строится. Так что скоро будем на автобусе овец вывозить на прогулки. Кругом одни дома. Так, вон, мотаем. Купил я молочной кислоты. Разбавил ее до 5% и поливаю сверху, чтобы не было поверхностной плесени. Ну просто, чтобы если даже у нас повредят птицы или еще кто-нибудь, то хоть поверхностной плесени меньше будет. Так что вот так вот. Так, начали косить, и вот такая херня. Ну, это нормальное явление для таких косилок. Ступица нижняя хреновая на всех, очень слабая посадка и частое вот такое явление. Сейчас попробуем не разломать, а разобрать, правильнее будет сказать. Ну, а там как получится. Да, Виталий? Thank you.
Всех приветствую на канале, что-то, блин. У меня хотя футболка не чище. Так. Ковыряюсь с Ешкой, вряд ли особо интереса будет, но 303 у нас. Дверь я, кстати, купил на нее такая. На букву Г. Ладно, не столь важно. Сжаткой, как всегда, сжаткой. В свое время не купил роторную 4-метровую за 200 тысяч, но вот жалею, он уже подцепил Синаш Маталина и стал у меня нож не доходить, проходить, стал смотреть, а у меня вон сабля разбиты на ноже. Из-за этого, может, и нож и встречался. Ну, все, я снял их. Вверх выставил, как было. Ну, не знаю, посмотрю на. Вот они новые. Купил новые. Короче, одна. У нас 1750, по-моему, в магазине. Ездил в рамочке. В рамочках все это делал. Купил. Так, болты, да, вот эти вот болты купил в рамешках. Один болт стоит 350 рублей. Не стал я брать, посмотрел, 8,8 они. Не стал я брать форшритовские, а взял газелевские. Газелевские 100 рублей стоят, так что это кому на заметку. Поставил я его, то есть все направляющие, все нормально. Здесь у меня люфт есть, но не знаю, кто подскажет, менять его или нет. Вот этот подшипник в сборе стоит 5 у нас сейчас. Так, этих два подшипника с той косилки сейчас покажу. Я не доснял, потому что очень тяжело. Нижние штопора ставились, а так все нормально. Поменяли мы здесь подшипник. Два этих подшипника на нижнем ступице. Люфта вообще нет. Поменял еще нож-держатель, добавил, стал третий. Сейчас покажу. Вот так пришлось нижнюю тарелку откручивать. Две гайки. Так что... И со второй вот. Прокосил я еще огород. Сейчас буду разбирать вторую ступицу. Так что как-то вот так смотрим, что будет. Так, ну вон, огород скосил. И стал второе перебирать. Сварочник брал на самой ступице там. Ну так, просто электродом поводил. Заусенцы сделал, потому что подшипник так не очень слабенько сидит. Короче, верхнюю ступицу мне скоро придется поменять. Взял простые 209, 210 подшипники. Вот. Чуть-чуть еще осадить стало их. И повешу тарелку нижнюю. В общем, нижние подшипники и там, и там. Пришлось перебирать, делать. Но тут ничего страшного. Как бы сезон только начался. Терпит. Синаш только ни хрена. Хотя бы 40-50 рулонов. Это еще накатаю. Да и травы особо что-то у нас нет в Тверской области. В Калининском районе не буду говорить за всю Тверскую область. Ну и Крэнку. Ешку подбираю. Там видео покажу. Чё, пожатки делали. Так что как-то вот так сейчас. Кольцо стопорное нижнее поставлю. И тарелку нижнюю буду прикручивать. И все, в бой. На вечер надо подкосить. Чтобы было по камням зеленки.